В Успенском День семьи, любви и верности отмечают уже 5-й год. Организаторы праздника – худрук местного дома культуры Александр Лизунков и администрация поселения. Местные жители уверены в том, что такой праздник необходим. Для каждой семьи это много что означает этот праздник. И, наверное, спасибо за то, что он у нас появился в России. Конечно, необходим. Приходим сюда с детьми, бесплатно наслаждаемся какими-то мастер-классами. Детям очень приятно. Он все-таки сближает больше с детьми. И не просто сидишь на лавочке, а чем-то занимаешься и помогаешь детям осваивать и развиваться в творческом плане. Ну, естественно, он необходим. Он, во-первых, поднимает некий дух, да, семейных ценностей. День семьи, любви и верности отмечается в России в начале июля с 2008 года. Идея праздника возникла у жителей Мурома. Там в одном из храмов покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Их православные христиане они считают покровителями семьи и брака. По легенде, Петр и Феврония умерли в один день, 8 июля 1228 года. Их тела, погребенные в разных местах, чудесным образом впоследствии оказались в одном гробу. Это сочли чудом. Несмотря на улучшение демографической ситуации, институт брака в нашей стране по-прежнему испытывает кризис. Разводы давно перестали быть редкостью. По данным ВЦИОМ, основные причины распада браков – это измены, бедность и алкоголизм. Статистика разводов неутешительная. В России распадается каждый третий брак. Как сохранить семью и любовь, мы спросили у жителей нашего района. Секрет есть. Работа двух людей, мужчины и женщины. Тяжелая работа, чтобы сохранять. Взаимопонимание главное. Верность. Вот. И какие-то моменты, когда ты уступаешь мужу, муж тебе. Взаимопонимание. Самое главное должно быть в семье. Если есть взаимопонимание, значит, все будет хорошо. Мне кажется, это главное ценить друг друга и взаимопонимание. Большой, тяжелый труд, но просто делать все естественно, взаимно. Кроме любви нужно еще и терпение и умение прощать друг другу всякие мелочи. Нету любви. Я прожила 33 года и не поняла. Вся любовь должна быть мелкая, дружная и очень любоваться. У каждой семьи есть свой собственный рецепт счастья. И лишь один ингредиент в этом рецепте остается неизменным для всех супружеских пар. Это, конечно, любовь. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».